Всем привет! Меня зовут Варя, и в этом году я готовилась к ЕГЭ с онлайн-школы учеба.ру. Больше всего мне понравилось, что в этой школе индивидуальный подход каждому ученику, потому что занятия проходят в небольших группах, и прямо на прямом эфире ты можешь написать в чат, и преподаватель лично ответит тебе на твой вопрос. Я сдала обществознание на 95 баллов и английский язык на 96. Всем привет, меня зовут Аня, и в этом учебном году я готовилась к ЕГЭ в онлайн-школе Учеба.ру по таким предметам, как история, обществознание, профильная математика и русский. В итоге я сдала русский на 96, обществознание на 93, профильную математику на 84. И это все благодаря хорошей подготовке Учеба.ру, потому что на их уроках очень интересно, нереально крутые скрипты и множество лайфхаков, которые мне пригодились на самих заданиях на пробниках ЕГЭ. Всем привет, меня зовут Ильяна, и в этом году я готовилась к ЕГЭ по обществознанию вместе с моей школой учеба.ру. В итоге я сдала обществознание на 88 баллов и смогла поступить на бюджет в Государственный университет управления на направление менеджмент. Привет, меня зовут Андрей, и я сдал ЕГЭ по обществознанию в 2021 году на 95 баллов и поступил в Санкт-Петербургский государственный университет. Всем привет, меня зовут Дарья, и в этом году я готовилась к ЕГЭ по обществознанию в онлайн-школе Учеба.ру. Я сдала ЕГЭ по обществознанию на 86 баллов. В особенности, что для меня было очень важно, это поддержка преподавателей. Ты чувствуешь, что педагоги рядом с тобой, ты можешь написать, и тебе ответят на все вопросы. Это большое количество обратной связи, которая для меня очень важна. Здравствуйте, я бы хотела выразить огромную благодарность Учеба.ру за подготовку к ЕГЭ по химии в 2021 году. Изначально мой балл был около 50. Мне удалось сдать именно благодаря подготовке, материалам от Учеба.ру и прекрасным преподавателям на 82 балла и поступить в Воронежский государственный медицинский университет.